26 июня люди с ОВЗ и инвалиды-колясочники посетили Краеведческий музей Каспийска. Организатором и инициатором является глава города Борис Гонцов. Директор музея Сабина Тагирова с радушием встретила гостей и подарила им памятные подарки в преддверии священного мусульманского праздника Курбан-Байрам. Сотрудники музея провели для людей с ОВЗ интересную экскурсию, а также подробно рассказали об учреждении и экспонатах. Первые каменные дома хотели построить по ленинградскому типу, но посчитали перед началом войны, что это очень дорого, и стали строить обычные из блоков. Как отмечает помощник главы Каспийска Арсен Базаев, для людей с ОВЗ подобные мероприятия очень важны. Такое теплое и трепетное отношение и внимание благотворно влияет на настроение и заряжает позитивом. Действительно, было удивлен, очень все красиво, и было очень приятно, как нас приняли, и все было удивлен, как нам организовали здесь доступную среду. Как нам установили подъемник, не было проблем подняться, спускаться в этом плане. Ну, раньше, конечно, мы здесь не бывали, у нас не было доступной среды и по этой причине. А вот теперь будем часто посетить этот музей и будем ходить сюда. Помимо этого, при поддержке мецената Аздара Абакарова после интересной экскурсии в музее для людей с ОВЗ в ресторане «Причал» был организован вкусный и разнообразный обед под звуки живой музыки.